Вот, ребятки, полчаса тому назад только было солнышко, было тепло. Теперь смотрите, что делается. Снежок пошел. Так что я вчера говорил, что скоро будет весна. По-моему, она маленько еще задерживается. Ветерок шибкий. Ведь как ждут, наверное, ничего слыхать не будет. Такая вот погода нехорошая, в принципе. Слава, встану. Так дует и все. Вау. Наверное, даже слыхать, ведь ветер дует. А я вам вчера еще сказал, что обещали 16 градусов тепла на юге Германии. Видите, такое барахло. Поэтому я и говорю, что в Германии, допустим, какая погода, неизвестно, что будет завтра. То есть дождь был, солнце было, теперь видите, вот после успел еще камеру схватить, все уже кончилось. Как-то вот таким макаром. Видите, какая погода? Я просто снимаю нашу улицу. Видите, все полно машин, автомобилей там дальше. Все увидите. Именно в такое время, сейчас у нас сколько, наверное, 4 часа, наверное, в такое время всегда очень много автомобилей. Ну, мы же привыкли, шума вроде бы нет. Сейчас я окошко так открыл, а видать, что шум. Слыхать шума. А так вот, такая улица. Васька, дальше поставим. Видите, как снег бузует. О, снежок. Красиво. Сейчас он заметил, как солнце вышло. И сейчас уже солнце вышло. Там даже видать уже солнце, видите? Это я с ванной снимаю. Это и ванная. Такая вот видюха. Однако я вчера заметил, смотрите, что творится тут. Ага. Видите, где здесь, где вода стекает, все забилось, однако. Что сделать ближе? Видите? О, как хорошо, что я заглянул сюда. Я все это почистить, я сделал. Вот вам и погода у нас. Ребята, я надеюсь, вы видели, какая погода у нас, да? То есть снег, дождь, теперь солнце, непонятно. Сейчас закрою окошко, то шум стоит. Видите, когда окошко закрываю, шума, в принципе, вообще чисто не слыхать. Окей, такое короткое просто видео. Просто хотелось что-то сегодня снять, выставить. А сидел, не знал, не думал эти машины что-то там рассказывать. А потом подумал, видел, что снег пошел, думаю, да, я вам все-таки сниму. Окей, дорогие друзья, с вами был Вальдемарко. Покидывать, против солнца не идет. Окей, пока.